Что такое мужская дружба? Может быть, это миф, который придумали мужчины? Правду вам скажет тот, у кого есть настоящий друг. Мужская дружба, что это и как? Избитейшая тема для шансона. Ее не примеряют, как пиджак особого покроя и фасона. В шансоне тема дружбы не нова, но очень популярная и в моде. Попробую я выразить слова о сути дружбы, ее природе. Мужская дружба, она крепка. Мужская дружба однозначно на века. Мужская дружба важнее всего. Один за всех, один за всех, один за всех и все за одного. Один за всех и все за одного. Друг появляется не просто и не вдруг. Друг проявляется лишь временем проверкой. Скажите, как довериться тому, кто к вам является, как черт из табакерки. Друг настоящий, не прислужник, не слуга. За деньги друга ты себе не купишь. Скорее всего, ты злейшего врага в обличье друга верного получишь. Мужская дружба, она крепка. Мужская дружба однозначно на века. Мужская дружба важнее всего. Один за всех, один за всех, один за всех и все за одного. Один за всех и все за одного. Надежной дружбы формулу узнай. И сомневаться в этом нет причины. Сам погибай, а друга выручай. Всегда нас книжки мудрые учили. И если друг нальет бокал вина и скажет мне, что яд в бокале будет, я выпью все до капельки до дна. Не дай мне, Боже, усомниться в друге. Мужская дружба, она крепка. Мужская дружба однозначно на века. Мужская дружба важнее всего. Один за всех, один за всех, один за всех и все за одного. Один за всех и все. Мужская дружба, она крепка. Мужская дружба однозначно на века. Мужская дружба важнее всего. Один за всех и все за одного. Один за всех и все за одного.